В принципе, можно также со мной работать. Вы же хотите телевизионные сериалы? Мы это и делаем. В данном случае мы делаем телевизионный сериал о деятельности киноконцертного зала «Джазмолл». В смысле, здесь кино показывают. Показывают кино разное, и 3D, и обычное. И это мне в действительности нравится. Потому что рано или поздно мне бы тоже хотелось уйти от телевидения, а работать в кино. Потому что, знаете, в кино людей нет, пенсионеров. Они работают до бесконечности. Сказать честно, мы с Максом это видели, когда видеть это могли те, кого только в США пригласили в кино. Будем говорить из Магнитогорска, мы были практически первыми в 1997 году. Кина в России уже не было. Но пятый элемент в тамошнем правильном кинозале с Dolby с оригинальным звуком заставил нас реально думать о существе. Ну, наконец-таки наши кинозалы должного уровня, и это уже совсем рядом. Потому что наши кинозалы стали в немного другом исполнении. Больше удовольствия, больше и интереснее. То есть здесь соединены рестораны кинозала, отдельные рестораны и торговый комплекс. К слову о том, что и про детей здесь не забыли. Самое интересное, что такое сотрудничество приводит к лучшему результату. Есть человеки, кто получает удовольствие от вещей, пусть занимается. А мы пока, взяв сладости и газировку с лучшим соком, посмотрим фильм. Я вообще очень-очень давно хотел это сделать, такие материалы. По одной простой причине, мне всегда нравилось кино. В отличие от телевидения, это более интересная процедура, потому что там есть такие различные методы, которые в телевидении вообще не делаются. Сегодня и сейчас я показываю то место, которое мне очень-очень нравится. Джазмолл, естественно, просто супер место. Здесь можно хорошо отдохнуть, здесь можно расслабиться и не будете попадать в какие-то конкретные большие денежки. Нет, средний показатель — это вообще реальные копейки стоит. Но если вы хотите хорошо отдохнуть, это также можно сделать. Здесь можно в кафе сходить, оно рядышком находится, тут рестораны нормального уровня. Мало того, здесь можно купить то, что вам нужно. То есть, в принципе, при прохождении кинотеатра в Джазмолле вы должны понимать, что это идеальный вариант. Вы получаете максимальное удовольствие. Это лучшее место города. Чем это еще интересно? Вы, кстати, можете реально отдохнуть, не сидя дома. Тут кресло просто изюм, а первый зал, так они как в домашней Америке. Можно смотреть практически лежа. Вот я про что говорю, про большее удовольствие. Понравился кино? Да, очень понравился. Снежный конец, да, очень. Самое забавное, что прямо сюда доезжает маршрутка. Прямо сюда. И это ведь хорошо. Сели на труда и через 15 минут здесь. Или наоборот. К слову, о детях. Объяснить им иногда сложно. Так могут здесь и на батутах развлекаться, пока вы в кино. Да, конечно. То есть мы говорим о том, что вы здесь также можете посмотреть и 3D. За моей спиной вот сейчас будет 3D-фильм. То есть человек вышел отсюда, то есть, в принципе, эти залы предрасположены для того, чтобы вы работали в 3D. То есть это хорошо, одели очки и получаете максимальное удовольствие. Максимальное удовольствие я в свое время получил достаточно давно, когда еще приехал первый раз 3D-фильм под названием «Аватар». Сегодня сейчас не только в том месте, где, естественно, большой зал все это делается. Хотя, с другой стороны, мне говорят, большой зал. А просто есть другой вариант. Привлечь человека к меньшему залу. То есть расстояние не такое же большое и будет, по сути, событий. Вы также будете целиком погружены в атмосферу. И в некотором смысле вы можете посмотреть как 3D, так и 2D. То есть здесь все в порядке. И вот этот вариант интересный, да? То бишь, я бы, конечно, вам гарантировал, что в преддверии Нового года, да и вообще праздников, некоторое время лучше все-таки не посидеть рядышком с телевизором, потому что телевизор, что это такое? Телевизор вас оболванивает, да? Постоянная реклама. А здесь такой рекламы нет. Вы получаете грамотный просмотр. Чем кинозалы хороши? Тем, что вы в гуще киношных событий. Размеры впечатляют. Может быть, шлем создает нечто подобное, но я честно сомневаюсь. В бесконечной возможности пялиться в экраны. Я проверю чуть позже, но крутые эффекты, как и события, которые снимаются профессиональными операторами, а вот это и есть кино. В любом случае, идеал, он виден сразу. И поверьте, идеал творится большим количеством актеров, чем любая пустозвонская телевизионная бредятина. Потому что это искусство, и мы благодарим Jazz Cinema за такое удовольствие для нас.
отличное и хорошее место. И мы будем надеяться, что вы в конце концов поймете, что кино это для вас. Кино интереснее, чем телевидение. Даже невзирая на то, что иногда по телевидению вам показывают кино. Потому что вы смотрите кино на большом экране. В некотором случае можно и очки надеть и получать то самое удовольствие. И, к слову, мы не будем говорить, что это каких-то больших денег стоит. Это совершенно не стоит больших денег. Единственное, что вы можете здесь деньги потратить, но это уже другой разговор. И я бы вам рекомендовал пройти и посмотреть кино. Потому что кино вам показывает то, что, в принципе, не всегда возможно сделать руками человеческими. Да, сегодня и сейчас есть компьютеры. Да, сегодня и сейчас мы, когда говорим, уже нету бобин. То есть здесь уже очень серьезная аппаратура, которая через спутник принимает сигнал. Но тем не менее удовольствие получается то же самое. Вы можете практически полностью влиться в зал. И перед тем, как вы что-то будете дома посмотреть, я бы честно вам бы порекомендовал прийти в нормальный киноконцертный кинозал «Джазмолл». Получить здесь идеальное удовольствие от получения и просмотра замечательных, качественных фильмов.